многие люди не понимают, почему я представляю свою жизнь в городе Сочи как дауншифтинг. Типа куда-то избегает, прячется. Нет. Я возвращаюсь к исходному пониманию этого слова. Дауншифтинг – это понижение скорости. Вот пролетают машины. А вот я вышел из дома. У меня понижение скорости не жизни, а суеты. Ведь как в Библии хорошо сказано – суета сует. И вот, исходя из этого тезиса, тезиса священной книги «Суета, сует», я ушел не от жизни. Я, наверное, сейчас наполнен жизнью большей, чем в городе Москве, где приходилось суетиться, куда-то бегать, к чему-то стремиться. А вот здесь вышел из дома, иду к морю. Машины пролетают мимо меня. У них суета, у них какие-то заботы, а у меня их не меньше. Более того, вот я и собираю тех людей, единомышленников, которые бы приехали хотя бы недельку, вот так смогли осознать себя, подумать о смысле жизни, о том, туда ли вы идете. Поймите, дауншифтинг – это чуть понижение коробки передач, немножко другая скорость, но это движение вперед, это поиск своих смыслов. Я говорю не смысла жизни, а смыслов, потому что смыслов много различных, и я их нахожу, и я создаю. Ну, вы же можете посмотреть в интернете всю мою активную деятельность, и я хочу помогать людям. Помогать людям разобраться. А то часто многие летят и не знают куда. А попадают. Попадают в нехорошие места, катастрофы и прочее. Так давайте-ка остановимся. Это не значит принять схему какую-то и жить все время вот на пониженной передаче. Нет. Это надо иногда задуматься, посмотреть. Какой маршрут вы выбрали? Вот в этом и заключается мой дауншифтинг. Как бы его люди не трактовали. Ох, чего только не пишут про него. А я в прямом смысле немножечко передачу уменьшу. На второй поедем. И задумаемся. И не надо лететь бешеной скоростью по крутым поворотам жизни. Это бывает опасно. Значит, мы с вами на связи. Наша группа, хоть и носит название дауншифтинг, но это надо понимать буквально. Притормози, оглянись, прислушайся. Прислушайся к шуму моря, волнам, оглянись вокруг. Давайте подумаем и развернем свою жизнь на 180 градусов. Обсудим, как мы это можем сделать. Вступайте в нашу группу. В группу тех людей, которые наслаждаются жизнью, не уходят от жизни, а стремятся найти свое место в жизни.